Сейчас мы едем на Оберон, посмотрим недвижимость. Что бы я хотел сказать, что те люди, которые приезжают сюда на визы, мы сейчас просто пытаемся решить проблему с нашими родителями, то есть наши ребята забирают родителей, но на это уходит где-то лет 5. Сейчас, если ты заплатишь деньги, то лет 5. Соответственно, 5 лет мы берем туристическую визу, с 1 июля, по всей видимости, такая будет виза. Вот. Но проблема, нельзя на этой визе работать. Но еще одна проблема, родители должны где-то жить. Это, наверное, не очень хорошо, когда родители живут так долго вместе с детьми. Соответственно, никаких пособий ничего не предусматривается. Вот что мы решили. Можно покупать недвижимость. Достаточно такой экономный вариант. Не так далеко от Сиднея. Заниматься таким легким фермерством, 100-200 тысяч долларов в год, это даст это неплохое вложение капитала. Это позволит решить вот эти вот все проблемы. Вы посмотрите, немножко посмотрите Австралию, насколько сейчас я смогу это сделать. Никакого, почти никакой связи с обучением даже миграции в Австралии этого как бы нету. С другой стороны, если это будет решение для нескольких ребят, для нескольких семей, решение вот этой проблемы, чтобы родители не были в обузу, потому что обычно это достаточно молодые, это не старые еще люди, мои ровесники. Вот. Мы решим проблему независимости, мы решим проблему с зарабатыванием денег этими людьми, и денег очень неплохих, поверьте мне. Вот. И если этот как бы такой стартап у нас удастся, мы окажемся независимы от всех и вся. К тому же, по всей видимости, такое решение проблемы позволит нам хотя бы кому-то заниматься реал эстейтом. И это тоже неплохие деньги. Так что в добрый путь. А, да, кстати, еще ну, есть возможность показать вам вот эту вот красавицу. Крузак 8-цилиндровый черный. Он как водится у правильных пацанов. Вот. И последний раз, когда я им пользовался, был январь. Это единственный раз, когда пользовался. Но теперь это новая машина, достойна того, чтобы на ней поездить. Ну, еще один раз в год. Ну, добрый путь. Эта ферма продается, всякие коровки, овечки ходят. Это за в сторону Оберона, немножко не доезжая. Как видите, там озерцо, спокойно можно карпа выращивать. Вроде как сколько-то там гектаров, наверное, под сотню. Я не знаю, вот заборчик, это навес, там кормят эту живность. Представьте себе, сколько можно зарабатывать, если, допустим, здесь вот на вот этом вот бескрайнем, блин, просторе, просто сидят бескрайний, выращивать тех же самых коз. Дорога чуть-чуть идет, вот эта вот грунтовка, вот она, хотя здесь своя там дорога, но... Самое интересное в том, что, конечно, пасторальный пейзаж, далековато от сити, больше, немножко больше 2 часов ехать, 2.20, по-моему. Но вот въезд как раз где-то там. Вот такая чудесная машина, собака запилилась. Вот это лес. Здесь вы можете по сезону месяца 3 собирать такое количество грибов, что мало
честно, не покажется. Смотрите видеоролики, которые я снимал, в общем-то, про грибы. Ну, пожалуйста, заходим. Вот здесь будут, грубо говоря, сплошные грибы. Но! Красивые елочки. Но! Надо, конечно, подальше заходить. Вот. Но смысл в том, что люди живут, масса рыбы, мяса, молока, грибов. Я думаю, что в России люди бы делали такие деньги, что мама не горюй. Вот это вот и настраивает на размышления, дорогие друзья. А на размышления в том, что можно все организовать так, что люди будут приезжать, и люди будут зарабатывать, и природа, и красота, и продукты, и все будут счастливы. Если, конечно, у людей будет добрая воля и желание. Так что родители ваши могут спокойно зарабатывать поболее, чем вы, жить в хороших условиях, в чистоте, в красоте. Вот. От сети не так далеко. Здесь же охота прекрасная. Рыбалка. Ну, рыбалка, конечно, немножко дальше туда, горные речки. Форель там всякая. А карпа можно вот в таких вот водоемах, которые питаются внутренними родниками. В данном случае вот этот точно на родничках. Вот так вот. Дорогие друзья, если вы ожидаете, что ферма стоимостью 150-200 тысяч долларов с огромными бедностранными просторами, с большим количеством скота, в часе езды от сити, со всеми удобствами, я имею в виду кинотеатр под боком, еще что-то, вы ошибаетесь. Но, пожалуйста, лес, где тонны, десятки тонн, грибов можете собирать, пашни, водоемы, где можете выращивать сколько хотите рыбы. Зачем, правда, она нужна? Ну, можно там, наверное, сдавать. Выращивайте сколько хотите скота. Я не знаю, ну, сотни голов этих драных бычков там, где нету вообще никогда зимы. Ваши родители не пропадут. И здесь не идет речь о том, имеют они разрешение на работу или нет. Это не так важно. Зарабатывать можно сотни тысяч долларов в год. Вопрос в том, собираетесь ли вы переезжать? Если собираетесь переезжать и собираетесь перевозить ваших родителей, все можно организовать. Можно организовать и покупку таких ферм. Они, ну, 2-3 сотни тысяч долларов стоят. Ну, 350 может быть. Можно организовывать застройку. Можно организовывать разведение рыбы, разведение скота, молоко. Коз, ну, сотни две можно спокойно содержать. Ну, овец, конечно, здесь небольшой. Но это фактически ферма для того, чтобы, ну, как бы, для отдыха, скорее всего. Потому что эти животные, они вообще не требуют никакого ухода. Вот, пожалуйста, они сами там стоят. Здесь даже не предусмотрено, чтобы люди жили. Хотя на уикенды они приезжают, с электричества, интернет, все дела. Дорога. Здесь грунтовка, грейдер, но он, в принципе, достаточен для того, чтобы вы сюда проехали, ну, на хорошей машине, может, даже внедорожнике, но в любое время дня и ночи, и года. Вот. Ну, да, мухи, вот, допустим. Да, ну, во всем есть проблемы. А смысл в том, что, приехав сюда, можете спокойно привозить своих родителей, спокойно сами обосновываться в таких сельских районах, если есть на то желание. И зарабатывать, в общем-то, очень большие деньги, живя в единении с природой. Люди в гораздо худших условиях живут на пространствах бывшего Советского Союза и считают это за счастье. Поэтому главная была идея не столько показать вам условия для жизни, как здесь живется,
только показать, что ваши родители, приехав сюда, не будут вам обузой. Более того, они станут вам подспорьем и, может быть, будут, дай бог, даже богаче вас. Большое спасибо.